Доброго времени суток, уважаемые подписчики, дорогие гости канала Клан. С вами мистер Саней, золотой голос клана Клант, бессменный комментатор реплеев. Итак, шоу мы имеем, а имеем мы следующее. Клан Клант, пилот Вегера на Iron Duke, 5-й левел. Идет, дружище наш, в ран... Куда идет? В рандом. Ничего себе. Ну ладно. А что так лодок-то мало, блядь? Союзник, требуется твоя поддержка. Интересно, какое время игры? Ночью, что ли, или под утро? Добро. Ничего не понимаю. Ну ладно. Вегера иногда играет, скажем так, очень поздно или очень рано, здесь сложно понять. Так что вполне возможно, что и всего лишь по 6 лодок смесила игра. Вполне возможно. Давайте посмотрим, что будет в игре. Ой, господи, как медленно башни поворачиваются. Это просто капец какой-то. Нужна разведка. Какая у него скорость? Союзники, захватываем точку. 22. Силы противника на горизонте. Я в шоке, блядь. Куда-то дойти, сделать пару выстрелов, ну и либо проиграть, либо победить. Орудий шмальнули в сторону и один раз попали. Кирова защитили точку. Ну что, прекрасно это все. Ух ты, 2000. Все, кто рядом, захватываем точку. Что приказом, прием. Неполадки устранены. Торпеды прямо по курсу. Что приказ? Торпеды прямо по курсу. Торпеды справа по борту. Прямое попадание. Торпеды
Торпеды прямо по курсу. Ну, две торпеды клюнуло, зараза. Хорошо сработали. Манера игры не торопись-ка называется. Никуда не спеши, никогда не опоздаешь. В принципе, имеет место быть. Что, чему подтверждение мы сейчас и видим в исполнении одного из игроков клана Фаус. По принципу мы сейчас приползем и трахнем все стадо. Интересно, а что подводник, сука, не всплывает у нас, что ли, блядь? Не видно, к сожалению. Хенрих нашего Хенриха забрал. Ой-ой-ой. Все пока начинается. О, хорошо идут. Пинг. Пинск. Пинск. Британия. Ну, давайте, давайте, долбанем по Британии. Всегда мечтал это сделать. Да, кирдык, если попадет ей кирдык. Да ё-моё. Пиздец, блядь. 3 в 3. Из которых одна подлодка, полупокер. Ну, скажем так, тактично полупокер. Ну чё, Айрон Дюке сейчас, Дюкет туда доползет к ужину. Кёнигсберг сваливает, пытается со вторым Дюке нашим. Точнее сказать, с Дюнкерком. Да, мимо. Это было мимо. Охренительная лодка, блядь. Вообще охренительная. Просто чумовая, блядь. Возвращаюсь на корабль. Так когда дело не делать нечего, можно на ней играть. Она, по-моему, быстрее сама разворачивается, чем разворачиваются пушки. Измаил. Зашибись. Зашибись. Кёнигсберга забираем или чё, блядь? О-о-о-о. Пиздец, плохи наши дела, блядь. Да. Но если только, конечно, лодка, блядь, не прокосячит в лучших традициях. Осталось двое. Ого.
Надо что-то делать. Измаил почти целый. Подводка съебываем, блядь. Отлично, блядь, ничего могу сказать. Хороший пример того, как не надо играть. Пушки наводи. Забирай его, этого черта, блин. Измаил поторопился, мог шотнуть. Что он делает-то, красавчик? Доминация боя наступает. Нет, это не зайдет. 2600 однозначно. Да, вот он, дружочек, приполз, блядь. Надо брать его, брать и таранить второго. Вот это, блядь, единственный был выход такой вот. Отлично, иди тарань. Отлично, тоже неплохо. Тарань, дружище. А, подлодка, подлодка, ну. Да-да-да. Да, это проигрыш. Там может быть проигрышем, блядь. Ну как обидно. 1300, ну. Ну, неужели шотнет? Бей! Отлично. Отлично. Он сейчас догорит. Все, ему пердык. Лодка. Лодка. Черт, закатай вату, блядь. Добей, пока он хилиться не начал. Мегабонд. Бомбд. Да. Блять, он бы его из пушки, сука, убил. Да, надеюсь, попадет. Чё, мимо? Это пиздец, блядь. Я хуею, моя дорогая редакция, блядь. Неужели проиграет? Камеру поверните, нихера не видно, блядь. Вегера пошел на перекус или на перекур, блядь. Ну что, будем по мини-карте наблюдать. У нас других вариантов-то нету, друзья. 94, блядь. А тут даже не сопли, блядь. 5 минут до конца боя.
ничего не понимаю, ничего не вижу, камера не поворачивается, комментируем вслепую. Блять, что происходит-то? Ну что, ну куда ты ушел-то? Ты что, блять, камеру-то бросил? Плачешь, сидишь, что ли, Роман? Что за херня-то, блядь? Ну протарантись, блядь, возьмите. Интересно, кому победу пришили-то? Пиздец, блядь. Подводник, редкий долбоёб, блядь. Да, как это не печально. Запомним, друзья, этого героического подводника, блядь. Из прекрасного клана. Сор, ну, какой, блядь, клан, такое название, блядь. Мега бомб. Да, мегабон, блядь. Ты, по-моему, всплыл бы из пушки бы его быстрее, блядь, уничтожил. Говнюк, прости, господи. Ладно, все, извиняюсь за выражение, ребята, прошу простить эмоции, блядь. Такой красивый бой, так его просрать. Редкий случай у кого получается, но вот у мегабомб, да, получилось. До свидания, до новых встреч.